Так, сегодня 25 апреля 2020 года. Пару посылочек прилетело. Так, упаковочка, конечно, немножко попотцана, но это ничего страшного. Посмотрим. Оба-на, даже без пакета. Обычные такие тряпочки. Почти протирать. Либо же смартфон. Здесь много. Раз, два. Три. Четыре, пять, шесть, семь, аж восемь штук. Так, что-то у нас по стоимости 20 центов указали. Так, посмотрел. Значит, было в заявочке там 73 цента. Ну, короче, чуть меньше доллара. 8 таких салфеток. Я в Минске, по-моему, брал одну салфетку за 4 рубля. Разница существенная. По качеству они, конечно, эти тоньше, но я думаю, что пойдет. То есть вот я возьму, какие-то старые очки нашел. Потереть. Очень даже неплохо. Вполне блеск и лоск. Нормальная тема. Так. 8 штук. Получается, можно и поделиться с кем-нибудь. Так мы сделаем. Ну, цвета нейтральные. Да, и можно протирать свободно смартфон, какое-нибудь устройство, то есть планшет, что-нибудь в этом духе. Так что можно брать, я думаю, вполне нормальная штука. Так, ну и получается еще в дополнение к этому у нас упоры пришли. То есть это получается вот они. Носоупорчики вот такие вот. Ну, в этих очках они уже деревянные, конечно, тут такие жесткие. Из пластика. А это должны быть силиконовые. Более мягкие. Так, значит, тут получается в заявочке они 0,9 указали доллара. Заплатил за них 91 цент. Пометил ручкой. Короче, тоже меньше доллара. Спрашивал здесь, в Минске. Носоупоры. 5 рублей комплект. Ну, вот они. Вот такие. Намного больше, чем я думал, но зато, конечно, не будут соскальзывать. Ну, такие мягкие, конечно. Посмотрим, поменяю. У меня, допустим, вот на очках носоупоры, их нужно заменить. Они уже один поломался. Но у них внутри металлические вставки. То есть здесь просто голые. Надо будет попробовать заказать еще с металлическими вставками. Они мощнее. Здесь, конечно, может отломаться ухо. Не знаю, эксплуатация покажет. Но на ощупь приятные такие. Запаха никакого нет, только так чуть-чуть с каким-то полимером отдает. Вот. Сейчас пересчитаем, сколько их тут у нас. Так, 2, 4, 6, 8. Ну, 10 штук. 10 штук. В принципе, меньше, чем за доллар, нормально. Вполне, потому что, ну, здесь будет в раза 3-4 дороже. Даже и больше. Потому что, я так понимаю, звонил, спрашивал, где-то около 5 рублей стоит комплект носоупоров, но там будут металлические вставки. Вот они тогда мощнее такие, как бы, получаются. Вот такие аксессуары для очков можно брать, в принципе. Вот как-то так.